Так вот, ребят, у нас новая партия. Это росы, как раз из... Чешский рос из этого, с инкубаторов с надставками двух и одного без надставки. Вот такая птичка. Кстати, плохо ее достаточно видно. Золотинки мои. Вот там кучу малу устроили вокруг лампы. Наверное, им все-таки прохладновато, Сашенька. Давай, закрывай их, все. Даже. Пьют они что у тебя? Воду с медом. Воду с медом пока еще пьют. Все, есть, они еще ничего не едят, они только у нас оканчивается вылупление. Про этот вывод я отдельное видео буду снимать, как обещала. Вот видишь, выхлопали, блин, 32,9. Все, малышаточек, мы снизу на них не сможем посмотреть, они у нас на пеленке. Вон кричат, шумят, спали мои сладкие, а мы их вот так вот. Ну все, всего доброго, смотрите наш канал и не пропускайте рекламу. Рост 308. Вот такая партиечка у нас вышла. Сравнивать будем их с кобами, как они расти будут. Росы мы брали уже когда-то. В этот раз вот первый заход у нас в эту весну росовский. Сколько их тут штук? Порядка... 160. Угу. Ладно, 160 пусть будет. Так, синей меткой, как обещала. Вот он стоит, последний вылупившийся цыпленок. Вот он пьет, стоит у поилочки. Ничем не отличается. Да. Ничем, да, я не вижу. Хотя, на, говорит, на полсуток, да, он здесь позже? На полсуток где-то позже он вылупился всех. Это как раз тот самый наш ночной затеряшка из крупного яйца. Вот, потом что еще сказать? Что они кушают? Маркорм они кушают ПК-5-1, правильно? Да. Пьют они у нас что сейчас? У нас витамина нет в доме. Я развел пентавит. Размолол, но он не плохо растворяется. В общем, водички. Не знаю, насколько он там растворился. В общем, ну, вода с пентавитом. Вода с пентавитом. Надо витаминку купить, да, будет? Да, в городе будем, когда. И кушают маркорм, значит, ПК 5.1. Все, в общем, температура у них достаточно хорошая, приличная. Вы сейчас при условии, сколько мы с вами разговариваем, выхлопали, видите, больше 30 градусов, градусник висит у стеночки. Датчики, насколько на датчике? Покажешь сейчас, сейчас мне? 30, но было 36. Рост 308. Пятые сутки. Вот такие цыпляточки. Мы продали 25 штук. Пьют они гамматоник. А кушают маркорм ПК-5.1. Вот, 31 градус у них там. Здравствуйте. По этой картинке видно, что у нас в брудере цыплята. Цыплята рост 308. Ориентировочное количество я сейчас точно не помню, но в районе 150 штук. Значит, им сегодня 7 дней. Отпили они у нас, значит, пробиотик Витом, витамин гамматоник. Сейчас у них идет разгрузочный период, просто вода, без всего. С завтрашнего дня они пьют АСД-2. Едят маркорм пока ПК-5.1. Вот такие вот ребята. Ну все, в принципе, что тут? Все нормально с ними. Было задавлено три птенца, ну, слабых. Не задавлено из-за того, что они там по головам друг друга ходили, а были слабенькие такие, они сами еле-еле там передвигались и, в общем, попали под замес и погибли. Наши маленькие росы 27,9. Вот они, корошки. Им 8 дней получается. Неделька кому-то. Кому-то 8 дней. Вот. Такая птичка. Девятые сутки сегодня. Вот такая уже достаточно крупная птичка, занимает всю площадь. Пока идет хорошо. Ты лучше молчала.
хорошо. Температура у них 28 градусов примерно, вот на градуснике на дальнем. Распределены они по всему брудеру. У них стоит толченая скорлупа и маркорм ПК-5-1. 10 дней. 27,5 у них температура. Вся площадь освобождена. Вот такие масявки, все подъели. Это у них стоит скорлупка. Сейчас ракушки временно нет. Толченая скорлупа. Водичка у них, я насколько вижу, просто вода. Пока кушают маркорм ПК-1. Ой, ПК-5-1, извиняюсь. Вот. Вот такая птица. Рост 308. Чехия. Рост 308. 13 дней. Саше пришлось рассадить их в два брудера, потому что и они стали большухи совсем. И в одном брудере им очень тесно. Пришлось использовать брудер от индейки. Индейка перекочевала у нас в теплицу. А маленькие росы расселись по двум брудерам. Вот они хорошо себя чувствуют, распределены по всей поверхности. ПК-5-1 Александровского хлебзавода. И этот корм, Саша о нем говорил, мы купили попробовать первый раз. Вроде бы, как видите, они с удовольствием кушают, в общем-то. Вот такие птички. Сейчас второй брудер покажу. Здесь во втором брудере ночь, что ли, у них, да? Тепловая лампа только. Такого же возраста птица. Если вы помните, вывод получился у нас больше, чем мы планировали. Поэтому пришлось и надставки на инкубатор делать. Наши цыплятки чувствуют себя хорошо. Без потерь. Тьфу-тьфу пока. Вот один из брудеров. У нас их два, как вы знаете. Все тот же корм, просто вода у них сейчас налита. Вот такая птица. В общем-то, они уже достаточные крупнички. Еще недельку и будем пересаживать их в клетки. У нас как раз должна освободиться вторая клетка. У нас сейчас скоро забой той партии КОП-500. Вот. Вот такая птичка. Все закрываю, чтобы ей не холодно было. Вот один из брудеров. Температура у них 29 градусов. Ты открыла сейчас. Сейчас чуть поменьше будет. С последних видео без падежей. И такие цыплятки уже начинают быть в своем пере. Им 15 суток, по-моему. Второго вывод был. Наверное, 16 сегодня уже. Вот такая птица. Кстати, ест она Александровского хлебзавода комбикорм. Пытаемся сделать вот так, попробовать. Может быть, мы ищем того, чего и не надо нам искать. Может быть, все совсем рядом. Вот такие вот мешки без обознавательных особо знаков. Такая вот крупка. Ну, попробуем. Вот второй брудер. Витамин у них стоит, вода с витамином. Гаматоник, скорее всего. Вот такая птичка. Рост 308 Чехии я сегодня пересадил, на ночь глядя. Вот такая птичка. Здесь вот в клетке сейчас по 50 в каждом ярусе, 150 штук. Так, потребляют они у нас комбикорм ПК-5 местного Александровского хлебзавода номер 9. Пообщался я с людьми, которые используют как раз этот комбикорм. В принципе, людям нравится. Что скажу по птице? Птица тоже с удовольствием потребляет.
Корм похож по консистенции на истру, по запаху, по составу. Ну, в общем, будем пробовать. Посмотрим, как он себя покажет. Гуманная цена. Качество, как люди говорят, очень даже достойное. Вот, я думаю, понаблюдаем мы за птицей на этом корме. Может быть, даже целиком до конца мы попробуем выкормить на вот комбикорме от этого производителя. Ну, посмотрим. Осталось только выяснить вопрос по наличию лекарственных препаратов в этом комбикорме. Там в магазине продавцы ничего внятного сказать не смогли. Сделали запрос на завод. Ждем ответ. Если ответ придет, они если ответят, то вообще будет замечательно. Будем знать, что ожидать от этого комбикорма. Им сегодня 22 сутки. Вот такая птица. На этаже ее многовато. Рассаживать будем, как только у нас забой больших произойдет. Бабушка приехала, так что это вот буквально сегодня-завтра. Завтра, наверное, начнем. Вот такая птичка. Так, на градуснике у нас сколько? 25 градусов. Достаточно жарко. Большой птице уже жарко. Малышам как раз. Пьют водичку с витамином. По-моему, с витамином сейчас. Вот.